Сидел Ваня на коне, вел собачку на ремне. А старушка в это время была в фикус на коне. Ну о чем тут говорим? Стал бы я себя хвалить, мне историю про Ваню очень просто повторить. Ехал Ваня на окне, вел собачку на ремне. Ну а фикус в это время мыл старушку на коне. Но какой же ты чудак, только хвастаться мастак. Лучше ты меня послушай. Было все совсем не так. Ехал фикус на коне, вел старушку на ремне. А собачка в это время мыла Ваню на окне. Всем известно, что у нас память просто высший класс. Вот вы сами повторите, что получится у вас. Ехал кто-то на коне, вел кого-то на ремне. А старушка на собачке мчалась с веником в руке. Уступите бабушке.